Блин, Миш, что делать? Такой улов сегодня уже. Есть? Есть. Это есть. Все ровно, ровно. Все ровно. Гребем сильно! Нормально. Я хочу выпить за дружбу. За то, что у вас есть я. Короче, утро. Ночью был страшный дождь, ветер. У нас тут протекало, потому что баннер там немножко завернуло. По стене шел прям дождь. Полностью намок, пацаны на полу спали. В целом, утро наступило хорошее. Иван уже готовит рыбу утреннюю. По-мексикански. По-мексикански опять? Да. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Так, шурпа сегодня у нас будет. Варочки обжарим. Сейчас все будем варить очень много, да? Да, да. Давай, я как будто на гудок только рукой сделал, а ты сделаешь два раза протяжку, давай. Давай, раз, два, два. У меня контузия. Он доиграл до конца. Я видео не снимал. Снимаю, вон. Красиво, конечно, но лучше отойти. Да, печка второго удара не выдержит. Еще все смяло, а. Рус, ты мне не мешаешь. Не мешаю? Не, нормально все, я рулю. Делаем закрученные, то есть это с дырочкой сверху. Ну как хочешь. Сколько? Рус, сколько? Или как пирожком. Бери сколько? Одно, две мотовки. Да. Принеси то, не знаю что. Сходи туда, не знаю. Обрежь, давай. А? Давай, чисти. Там сейчас обрежется. Так, вот этот лучок я выбрасываю же, правильно? Да иди. Не надо выбрасывать. Его лучше выловить весь. Вулова. Добавить его можно куда-нибудь. Все нормально, полотно. Смотри, как что делать. Да, все проходит, все куда надо. Постреляй. Смотри, у нас шурпа сейчас готовится. И Иван занимается беляшами пирожкового типа, правильно? Это новый класс беляшей. Пирожки. Вчера наловили чебака, вы видели. Карпов поймали. Нет, не карпов. Лещей. Пару лещей выловили. От рыбнадзора. Не сгорит?
отлично. Все теперь под контролем. Под четким? Под рыбнадзорным. Афганский казан. Что именно даст закрытая форма казана? Или мы не будем его закрывать? Время приготовления уменьшится. А, быстрее, да? По принципу скоровать. Это зира? Нет. Кто она? Кто это? Приправа. Ну, почему секретная? А там штук 70 всяких разных приправ. Этот мин? Зира. Или зира. Зира, папира. Так, Иван тут у нас. Готовы уже, Вань? Да. Это беляши пирожкового типа. Да. Новая разработка. Типа ученых. Ученых соусканихи. Чебупельчики. А, так это сын у меня именно вот это и спрашивал. Да, он про это тебя спрашивал. Он говорит, чебупели делаете? Так, хуже. Тебе же пак понравился? Да, хорошо. Может, вот эти спрятать кексы, а? Кексы корзинки. А что, они нормальные. Нормальные? Здорово! Почему? По пяти на базе же остаются. Мишань, где домино? Я уже 1000 лет сам не играл, не помню. Ну что, рыба? Старайся. Игра началась. Рыба. Помнишь, как играть? Садись. Кто ложит первый? На базе же остаются? Я не знаю. Лежат. Они должны, кто должен брать, или нет. Вот, а, да, ведь отбить нечем. Нет, подожди, а сколько тусуем? Ну, по 5 штук. Ну мы так и взяли. К тому берегу надо. К какому? К тому, вон остров посередине. Он мель. Вон у него это показалось. К острову ты имеешь? Да, к острову идти. Мне кажется, это по инерции, сейчас мы потихоньку и допинаемся. Играем? Садись. Кто будет играть? Ты будешь играть? Кто? Ты. Кто? А первый ходит у кого самая маленькая единица? Да блин, не могу я с вами сидеть. Я вот тоже не помню, как первый. Криш, ты играть умеешь? Давай начнем с этого. Тройка, четверка, ну, что? Дубль. Дубль? Дубля, у меня дубль там, есть. Там какой, с малых начинаешь или с больших дублей? С малых. Уже все плохо? Все, куда? А ему все, нечего не, пивать. Пока не найду, вроде бы, так это делать. Да. Пока он единицу не найдет. Так он все их заберет. Ну. И смысл? И тогда все. Сейчас нашел, все нормально, не паникуйте, пацаны. А что, против часовой играем, да? Мих? Я не вижу. 2 или 5. Ты можешь единички поставить. Угу. А я ей прикол покажу. Смотрите, ребят. Не знаю, видно вам, нет. Цапелька вон она. У тебя гудок уже скручен, то можно ее поднять. А, смотри, поднимается. Это цапля, да? К нам, думаешь? Да, я думаю, да. Зачем? Поздороваться. Знакомые? Нет, какие знакомые? Че ты прячем шурку? Сейчас подумаю. Может, отойду спокойно пообедаю. Отойду спокойно пообедаю. Где-нибудь кафе. Только здесь что, не ресторан, что ли? Тут такие шеф-повара работают. Это позвоночник козла? Да. Такие шеф-повара. А чем оставлять? Куда они? Запах. Ах, что ж такое горячее, соленое. Да, пускай остывает. Салфетки. Лавка, это туалет. Это туалет, короче, с видом на реку, прикинь. Смотри. Что? Баня. А сделано так в виде туалета. А, ну все, извините, перепутали. А я думал с видом на...
А что такое? Что глушишь? Да, а? Да тут свой Чубайс, парни. Что, отхожу, Денис? Ну вообще, да, мы сейчас шоркнемся, Миш. Не надо. Замыкая круг, ты назад посмотришь, друг. Там увидишь в окнах свет, сияющий нам след. Пусть идут дожди, как сегодня, чтобы день от них не жди. Камнем пройденных дорог сумел пробить росток. Гриша, нашел время. Может, пойдем? Все, началось. Оп. Ну, может, что-то... Так, давай рассредотачивайся, пойдем к Грише, там это. Все сюда. Миша, иди к нам. Да не, можем пройти, если Миша к нам придет. Домкраты давайте. Миша, уйди с кормы. Домкратим. Вань, подожди, да вы что? А что мы сейчас раскачаем? Миша, иди к нам сюда, вот здесь, вот прямо вот сюда. Не, мы пройдем, парни. Пройдем нормально. Вань, подожди. Все, спокойствие. Сейчас будет удар. А где коники ходили? Там, где... Мы уже проехали. Где он стоял, конь, там и ходили. Слушай, мы вообще так красиво проходим. Я даже не ожидал. Смотри. Четенько. Это называется четкий проход бийской шеверы. Ой, 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 ой. Еще небольшой. Значит, развернет чуть-чуть. Нет, все. Все, зыка. Зыка, там уже глубина. Короче, больше Гуглу не верим. Гугл врет. Гугл обманщик. Да? Рыба моя мечты. Что поднялось? Рыба вон. Что? Что будешь делать? Лепешки. На дрожжевой основе лепешечки. Дрожжевой основе. Лепешечки такие вкусные, такие лепешечки такие очень. А ты с кафедры валеологии, профессор, да? Преображенской. А Григорий тем временем будет делать что? Копченая рыба. Копченую рыбу. Че, Чебаков? Ну, карпов, наверное, не надо. Да? Карпов не надо же? Карпов не трогаем. Ну, этих подлещиков тоже. Куда вы их потом? Коптить. Копченый вкусный очень. Так все-таки кого коптить-то? Давай карпа замутим. Ой, леща. То есть эпистархоз мы вообще не волнуемся, да? Его тут нету. Нету его здесь. Денис, официально заявляю. Эпистархоза нет. Делаем печку. Тут вот зрители видос смотрят. Ты лайк поставь только, ладно? Лайк. И мед закажи. Акациевый. У меня самые лучшие цены. Важный блогер. Ты знаешь его? На тебя похож. Да? Не брат твой? Не, не брат. Сват. Похож от себя, одно лицо. Телефон открывает. Как у вас дела? Да все нормально, вон они едут, управляются, что же маленькие. Вы с Бийска, да? Нет, я из Первомайки. А это сюда. Клюет? Ой, да я и два раз бросил. Больше нет. Покататься? Ну не, это предлог. Ну, спиннинг в этот раз взялся. Ну и стопочку. Стопочку как? Сам Бог велел. О, пацаны! Здравствуйте! Куда вы? До Бийска! На юг!
С Мурманска идем! С Мурманска, с Мурманска! С Мурманска! Приветствую! Все хорошо! Что у нас на трех моторах, на глиссер выведите? Проходим на Викова. Вон впадает Ниня. В меня? Да, в Ниня впадает в био. И воду такой. Тут он заходит в порт. Нормально. Что там, реакции никакой? Нет, здесь глубоко вообще, да, не видать. Да кого ты говоришь-то, вот смотри, камешки, вот они. Нет, ну сюда смотри. Моя. Никуда не ваться. Дальневосточные. А, это дальневосточные. Что вы тут делаете? Я вообще не понимаю. Мехвод. Я просто накинул, блатую, теперь... А что ты ему отдал за спасение душ наших? Мехвод, молодец. Я тебе тоже что-нибудь подгоню. Только у меня медь есть. Я что-то уже больше устал, чем Представь, это насколько у них весной бьет в борт, что они сделали такой отбойник от пиратов. Ну что, парни, еще пойдем? Да, идем. Однозначно. Нравится? Сегодня точно идем еще. Еще идем? Мы идем 17 минут и все. И уже чалка. Через 17 минут. А вон дрова. Как ты рассчитал-то? И вон дрова. Да как это? Все дрова. Через 300 метров поверните налево. Парковка в Советах. Бывшая заброшенная деревня перед Усяцким. Там баню топят, нас встречают, наверное. Хлеб, соль, 700 рублей. А смотри, это навес такой большой получается, под зеленым поликарбонатом. Ну так это база, видимо. Там басик, наверное. А там, прикинь, никого, только хозяин с курмой. Ну-ка, давай. Мы приветствуем вас! Саундерон из my heart! Бридж, камон! Мы прибыли с миром! Да нет там никого, не ждали нас. Дальше идем. Да, это отбойники. Весной просто лед весь бьет сюда. И они сделали эти отбойники. Вон, смотри, это прикинь, железо. Вот эти колонны-то железные. Вон, видишь, смотри, этот был оползень. Бетон расфигарил. Плоты-отбойники. Это когда вода там моет, все. Нам нужно вон в то у ловков встать, парни. Какой ловко? Ну вон, вот туда, чуть поближе к... Но не доходя мели. Не, Рус, оттолкнись от... Оттолкни от берега. Гриша, наверное, вот этот большой камень, это первая наша вязка. Да. Вот тут я... Щуку ловил, там купались все время. Вон ты проезжаешь, ты едешь по полю, да? После брода едешь по полю. И потом там маленькая ямка. Две стоянки-то полей. Да. Одно 200 метров отсюда. И вот представьте, ребята, просто камера на голове, вы это не видите, но я вам скажу. 25 лет я не был на этом месте. Когда я был в возрасте 12 лет примерно, мы находимся сейчас на острове. У нас тогда была Peugeot, это был 95-й год. А 95-й год точно был 25 лет назад? Мы поехали сюда с родителями на Peugeot. У нас была 305-я модель. Ну, крутая тачка по тем годам. Поднялась вода на острове. И после выходных мы не смогли отсюда выбраться. И папа мой решил через Саусканиху проехать по этой горе. И маленькая березка диаметром примерно вот с моей вот эту руку держала всю машину. Когда его стащила сель, машина просто на двери повисла. Жесть. Сейчас я вам покажу все свои вот самые злачные места детства. Первое, что мне очень нравилось в детстве, это строить. Ну, это выливать из песка, строить из камня. А второе, мне нравилось разжигать костры. И моя самая главная игрушка была всегда, это коробок спичек или пачка спичек. Мы приезжали на природу, мне папа давал блок спичек, и все выходные мы с братом терялись тут на этих камнях, что-то делали, жгли костры, короче, все было прикольно, классно. А еще я скажу, а идти далеко, кстати, до озера. А вон что они там светится, там их 10 штук, до какого? Да, родниковые будем считать. Пользуясь случаем, передаю привет маме. Это у тебя что, типа? Камера. А, ты снимаешь? Да. Ты блогер? Да. У тебя дырявая камера. Да. В ней нет объектива. Да. О, сейчас появился. Да. Тот самый момент, когда тебя пародирует твой лучший друг.
Иван, бывал ли ты когда-то здесь? Нет, ни разу. Не разу. Я делал горки. А вода-то большая, смотри, это уже соединение с рекой. Я тоже хочу. Не покупайте сланцы со вставками, если вы собираетесь ходить по воде. Это глупо и дорого. Не, вот этого всего не было при Сталине. Сейчас я вам покажу все, что скрыто вообще. Да, мы приезжали раньше родителями вон оттуда, вот по этому полю, вон дорога. Ну, я просто хочу пройти и прочувствовать все, как это было. Там находится Усяцкое село. Если вам интересно, по карте можете посмотреть. А это место называется Советы. Мои воспоминания 20-летней давности, трава была ниже. Но, возможно, это связано с тем, что тогда здесь был выпас коров. А сейчас, наверное, коровы уже здесь не ходят. И коровы, скорее всего, все вытаптывали и выедали. А сейчас мы тут видим благородные пасечные места. Много василька, прям ковры василька, который осенью здесь все сформирует. Все, мы подходим к нашему месту. Осталось несколько таких флешбеков из детства. Я хочу увидеть Курью. Ну, тоже можете по карте посмотреть место, где она находится. Курью, Ниню, огуречная мойка на Нине. Мы сегодня проходили Ниню на плоту, но мы проходили Ниню очень большим краем. Мы видели только слияние, это, ну, совсем не то. Огуречная мойка, это километров, наверное, 10 вглубь. Смотрите, все, вот здесь подъезжаем. Вот тут была дорога, есть дорога сейчас? Да, вот она. И вот здесь я когда-то папину Пежо повешал на фартук, прям над Бией, там обрыв. Я что-то загляделся. А это Василек. Василек. Да, это все Василек, вот это все, будущий. А не было... Августовский Василек. О, все не так. Все не так. Нет, Миш. Да, да. Да, ты прав. Она где-то вон там была, я сейчас обманул зрителей. Она не по берегу шла. Обалдеть. Да, это вообще не то. Нет, это то. Но это не то. А, весь ландшафт. Слушай, наше место вообще в что-то превратилось непонятное. Да уже дошли, Миша, но где-то вот оно уже начинается. Вот здесь уже должен быть плес. Выходя. Да как нет-то? Ну давай дойдем, я тебе скажу, оно. Хорошо. Хорошо. Спорить не буду. Миша просто живет. Тут недалеко строит дом. И он тут часто рыбачит. А я здесь не был. Вы знаете сколько. Скажу вам честно, Мишка меня обманывает. Вот это место уже было наша стоянка. Все заросло. Прикинь, это все стало лесом. Это все просто смыло за это время. И берег превратился в неберег. Тут просто уже не будет плеса. Все смыло, представляешь? А где тут топ-то конкретно? Да его срубили, наверное, давно. Короче, да все, все, потеряно все. Все, что нажито, не посилен. Это доход правильный. Миша, она уже давно был этот плес. Вот это все уходило в реку. Все, нет этого места. Обалдеть. А я же хотел сюда приехать с семьей. Парни! Да нет, тебя-то я вижу. Где остальные? Пойдем до берега, по берегу дойдем обратно. Ванька говорит, там... Где-то он там тополь увидел. Ваня, ты там вообще никогда в жизни не был. Он не знает даже, что это за место, что мы ищем. Там сворачиваешь, и сразу слева полянка. Ну, а мы уже прошли 150 метров. И Ваня, я его вижу, он вон от комаров отгоняется и кричит, тополь есть. Вот он, тополь, который он увидел. Нет, не тот. Конечно. Вообще не тополь. Все, короче. Все. Да? Нет больше советов ни для кого. Советы только для рыбаков теперь. Жалко. Место было обалденное, ездили туда каждые, вот каждые выходные. Вот она, старая дорога. Представляете, когда я был мелким, там 12 лет, по вот этой дороге мы бегали с пацанами на эти озера, на которые сейчас я вам показывал. Купались. Ну, Мишаня маслята нашел. Может, сегодня будет что-нибудь из грибочка? Ну, тогда надо найти побольше. Так надо начать смотреть. Слушай, а в Курью, наверное, даже вообще нет смысла заезжать, потому что... Даже в то время Курья уже была заросшая там, такая. Да, а там сейчас, наверное, все в куштарях. Смотрите, сколько василька. Это все василек. Сейчас в августе это будет медонос. Вот это все плантация василька. Обалдеть. Да, кстати, друзья, в этом видосе, в этих сериях про сплавы вообще нет никакой рекламы. Поэтому добавлю что-нибудь от себя. Жарковский-мед.рф. Заходите.
Не знаю, когда вы смотрите это видео. Скорее всего, уже есть дягель. Скорее всего, уже, возможно, скоро появится василек. И есть разнотравие, потому что я его качать буду прямо на днях. Заходите в наш склад. Заказывайте, пишите, все отправлю. Медок вообще вкуснятина. Ну, вы видите, Алтай какой он. Оно все равно не будет тем. А понятно. Просто флешбеки из детства, они такие сказочные, они такие красочные. Ты думаешь, что сейчас приедешь туда, а там все прям сказки, как ты это бросил, как ты это... Я даже скажу запахи. В местах, в которых ты был, там, в домах, например, да, в которых ты не был там 15-20 лет, ты возвращаешься и думаешь, чем вообще воняет, как это мне нравилось или как это мне было уютно. Я говорю, что вот сейчас, наверное, на огуречную мойку приехай, на Нининку. И тоже там все заросло, оводы, комары, и никакого уюта и комфорта вообще нет просто. Ну, слава богу, хотя бы скальник остался нетронутым. Ну, такой более-менее. Более-менее. Тут не подойти. Да зачем нам туда? Какая разница туда? Пусть там, ну, хотя если там глубина позволяет, то что бы. Тут нет. Лучше, чем там. Тут лучше? По мне, да, если глубина позволяет. Так может, туда прокатимся? Не, она не позволит подойти к берегу. Так, братцы, смеркалось. Мы сейчас близ Усяцкого. Уже очень близко к Бийску. Осталось немного, всего пару дней. Так, это что такое за блюдо? Иван, расскажи. Это рыба копченая. Живого копчения? Да, кибаки. Живого копчения, чебаркулисы. Это через духовку мы сделали, да? Ну вы. Через духовку точно. Копченая рыба. Духовка. Да. В духовке провела. Да. Сколько времени? Три часа. Запах-то какой. Три часа? Реально? Да. Нет, а честно. 45 минут и все, и готово. Все, понял. Давайте. Так. Дэн, я попробую. Ну сейчас я, конечно, попробую. Ты расскажи. Так это здорово. Ну покажите что-нибудь, кто-нибудь. С камеры. А Пистархоз? Он умер. Все, а понял. Пистархоз. А говоришь, две недели надо. Ну это горячего копчения. А что сам? Она вареная. Вань, давай. Не, спасибо. Я такой не буду. Посмотрим на вас завтра. Я завтра поем, оставьте мне, пожалуйста. А когда проявляется Пистархоз? На какой день? На утро. О, так это мы уже все вернемся с базы. Нет. Вкусно? Получилось. Подожди, это специальный пакет был, да, для копчения? А, то есть там все уже приправы. Дай бумажку. Да я уж не помню, вы столько еды сегодня готовили. Я все снимал. Мы с ума сошли, готовили. Ну что, не спалось-то вообще, не пойму. Готовить. Днем? Ну. А что спать днем? У кого с легкими проблемы? У некурящего. Не, у меня не так. Я сегодня утром попал куда-то, как этот. У тебя стол катающийся вообще, смотри. Ну, мы под наклоном стоим. Ноги прям даже это. Боюсь, что кофе съесть. Вода упала. О, дай мне тоже. Я, знаешь, как салфеточку хочу. Иван, что сегодня на завтрак? Да. Сделай чупапелли. Да, еще, короче, две колбасы. Есть? Да. Да нет, давайте. Нет, жарить надо. А, твои вот эти. Домашние. И фарша. Сало есть еще. А нога? Или ты одобрал? Нога еще есть. Две же ноги-то. Ногу вот просто вот так сейчас, как раз сделали. Колье. Да, очень вкусно. Мне очень понравилось. Делаем. У меня семерка, если что. Сухо, это все равно у кого-то. Может быть, в толпе. Два валета и вот это. Король. Мита? Нет. Да. Дама. А ты лишний, Ваня, лишние карты. У меня две. Три, четыре. А, вот так даже. Ну че, я же сказал, выручать тебя. Круто. Нифига, вот это разложили. Это дружба. Это дружба. Нам за это надо выиграть. Такая партия. Делать вместо штурвала распашку еще одну тоже не получится. Потому что мы сзади не можем поставить распашное весло, у нас там лестница. Да и не так они эффективны. Судно тяжелое. Одно судно тяжелое. Это не так, что взяли и быстренько куда-то скаканули, как на резинке. Озерный он такой больше, наверное. Он пойдет ходить.
От Бийска до Барнаула. Или до Новосибирска. От Бийска до Барнаула 300 тысяч километров. До Салехарда? До Салехарда? Да. Вы серьезно? Да. Сколько это дней? Месяц. Надо утеплять. То есть Катунь мы не пойдем в следующем году, наверное? Катунь я с вами не пойду. Только Обь. Катунь? Катунь, да. От Аржансу. От Ай. Прикинь, на нем в грот зайти, так и будет исторический памятник. Хаусбот в гроте. А как такой вариант, если увезти его на озеро и на озере неделю тусануть? Грустно, неинтересно? Почему? Найдем мы чем заняться. До Уткуля 40 километров от Бийска. Вот это осенний вариант рыбалки. Но... Давай туда его прям на ручки. На ручки сразу везем, на Уткуле. Туда поставим, пусть стоит. Не, мы можем договориться его, чтобы он зиму стоял у берега. Там-то есть с кем. На Уткуле можно решить вопрос. У меня у бати знакомый есть. Ну вот, тем более. А так еще, а еще на спине написать продается и все, и пусть он... На Уткуле мы его можем утащить. Счастливо! Завтрак чудесный шурпой. Иван, да. Будешь ли ты шурпу? Конечно. Хорошо, ждем, сейчас в уловку зайдем, на косе. Е, это хороший интернет или плохой? Плохой. А, Х хороший. Х хороший, Е. Так, друзьяшки, причалили, короче, мы в Усяцком, сейчас продовольствие пополним. Тут ребята подошли с поселка, будущие подписчики. У меня Ваня. Руслан. Ваня. Очень приятно. Дима. Денис. Ну все, круто, парни. Себя увидите теперь в видосе. Первый раз в жизни увидел такой. Я года 2-3 назад вот здесь на острове яхту видел. Яхта была? Да. Смотри, прям под парусом? Да. А плоты-то прям ходят, плоты на бочках или нет? Нет. А, то есть это первый раз такое, да? Да. Понятно. Вот солнце зашло над грешною землей. И вновь берега обласкан приливом, пахнет сосновой смолой, скошенной травой, клин журавлей над головой, значит, мы живы. Пахнет сосновой смолой, скошенной травой, клин журавлей над головой, значит, мы живы. Скажу я тебе одно, спи всегда с открытым окном, чтоб чувствовать мир, его благодарно прими, все то, что в нем есть, и прими, прими, кувшин с молоком и кружка на столе, в степях лошадям лохматит ветер гривы. Балет, улыбки королев и Гарри Поттер на метле, и значит, мы живы. Над миром властвует балет, улыбки королев и Гарри Поттер на метле, и значит, мы живы. Стрена, скажу я тебе одно, спи всегда с открытым окном, чтоб чувствовать мир, его благодарно прими, все то, что в нем есть, ты прими. Играй, музыкант, живая лады и гитары, простая плита на кладбище у Джимми. Подумай, деньги лишь товар, но переполнен бар. Плывет за кубами макар, и значит, мы живы. О-о-о-о.
но переполнен бар. Плюется пулами мака. Быстрее! Человека забыли! Меня подождите! Все, парни, счастливо! Пока!